Всем привет! Меня зовут Екатерина. Начинаю сборку торта. Сегодня будет ванильный бисквит. Ну, в общем, персиковый торт. Начинаю. Белый крем сливочный. Пропитка. Собирать я буду сегодня в кольце. Ну, что-то неохота как-то долго его собирать. Сейчас вот первый корж выложила сверху. Сейчас буду кольцо одевать. Хорошо пропитываю сиропчиком, чтобы он был не сухой. Обязательно. Потому что ванильные коржи, они, как правило, всегда сухие и нуждаются в хорошей пропитке. Вот. Пропитала. Дальше одеваю цитатную пленку. И кольцо. Зажимаю, выравниваю по центру. Обязательно смотрим, чтобы все было по центру. Зажала хорошо. И начинаю наносить сливочный крем. Затем разравниваю ложкой, потому что здесь больше никак неудобно. И выкладываю персики. Близко к краю я не выкладываю. Так, смотрю, чтобы они потом не выскочили. Вот. Ну, примерно. Бортики я не буду делать. Я его никогда. Ну, то есть, вот именно в персиковом торте я бортики не делаю. Вот. Коржом сверху. Сиропом. Собирать в кольце торт хорошо тем, что хорошо получается и удобно пропитывать вот именно края тортика. Вот так вот промазывать. Все пропитала. Опять наш крем. Сверху накрываю коржом.
Все тортик собрала, так в кольцо. Сверху застелила пленочкой, чтобы это все не засыхало, не подсохло. Вот пленочкой все, и сейчас убираю в холодильник. Наступило утро. Сейчас будем тортик выравнивать, потом оформлять. Набрала крем розовый. И сейчас буду оформлять. Начинаю готовить декор для торта. Мне нужны облачка, звездочки и цветочки. Готовлю. Буду делать с такой мастики. Обязательно одеваем перчатки, чтобы на мастике не оставалось ворсинок. Сначала сделаю облачка. Мастики сейчас я оторву, разомну его в руках. Вот. Есть такая вырубка, вот с помощью этой вырубки сейчас буду делать стекло. Сейчас раскатаю, сильно не буду раскатывать, тоненько. Вот еще вдвойне. Я, наверное, сделаю 4 облачка. Еще одно. Яблочко получается. Я их еще буду на шпажку одевать. Дальше сейчас сделаю цветочки. Сильно тоже не раскатываю, так я думаю. Немножечко потоньше, чем облачка, потому что облачка будут на шпажку, а цветочки будут на само изделие. Вот так делаю. Два белых цветочка. Теперь средних две сделаю, два цветка.
на средних. И звездочки такие тоже. Есть выработки. Тоже делаю белую. И делать сейчас буду звездочки. На них я сильно не буду раскатывать. Тоже ставлю так потолще. Такие есть звездочки. Буду сейчас делать белые. Сейчас будем делать подтеки. Набила шоколад. Получается тортик. Здесь будет единорожка. И сейчас еще мне надо будет ставить. Еще мне надо делать единорожку. Есть вот такой единорожка. Сейчас я его покрою глазурью. Глазурью покрываю для того, чтобы пряник, эта сторона от крема не растаяла. Серединки приклеивать.
Так. Ну все, тортик готов. Тортик готов. С пряниками, с облачками, с цветочками. Такой получился торт. Я думаю, имениннице он понравится. На этом всем большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Буду снимать для вас видео, рецепты, сборки тортов. Всем до новых встреч!